Вообще, по характеру такого дела дознания отводится законом срок 1 месяц. На расследование дело должно быть направлено в суд. 24-го возбуждено уголовное дело, 24 сентября оно должно быть направлено в суд на сегодняшний момент. Поэтому из разговора с дознавателем мы до сих пор не поняли, что собирается он на сегодняшний момент делать. То он говорил, что он передаст следствие нам, заявил. То он говорил, что какие-то еще следственные действия будет проводить по нему. А что по нему проведено? Обвинение предъявлено человеку. Вот. Протокол обвинения им подписан. Вину он свою не признает, Шкилев, соответственно. То есть дело пора направлять в суд. Тянется ни одного следственного действия с момента ареста со Шкилевым не проведено. Следовательно, то есть для чего он там сидит? Если, допустим, нам стало известно, что дознаватель санкционировал у карасайского прокурора постановление о содержании Шкилева в условиях ИВС до 30 суток, по закону это возможно, если район отдаленный и труднодоступный. Каскелен к таким районам не относится, карасайский район, поэтому он должен быть в следственном изоляторе. Но тем не менее прокурор санкционировал, его держит в ИВС. Если его держат для проведения следственных действий, тогда почему следственные действия не проводятся человеком? То есть я считаю, это прямая пытка, она продолжается на сегодняшний день. И прокуратура молчит на эту тему, и суд у нас молчит на сегодняшний день. Человека продолжает издеваться, прямой издеваться. Я считаю так, например. Я узнал, у меня из первоисточника узнал, что это не первый Шкилев задержан по этому делу. Еще есть некий, как бы вам сказать, фамилию сейчас, на первую сейчас, я сейчас вспомню его. Фамилию. Ему под некий Изотов, как мне стало известно, в начале августа появлялся в горах, вот, встретил там вот этих посторонних людей, так называемых. Кто-то из лесничих написал номер его машины. Они ездили там по экстремальным дорогам на своих джипах. Вот. Их вызывали, допрашивали. 17 числа прокурор Карасайского района опять санкционирует якобы обыск у него, проводит обыск, и у него находят автоматные патроны. Задерживают его. Бостандырский суд, правда, отказал санкции на арест на сегодняшний момент. Это дело до сих пор находится в ДВД. То есть Шкилев не первый здесь. Уже был здесь Изотов. Уже пытались и его приятель там по фамилии Саванов тоже тот самый сделать, но Саванов вовремя скрылся из города, так сказать, из поля зрения. И насколько я знаю, вот, и, соответственно, к нему такие меры не смогли применить. Шкилева, я не знаю, то ли это вариант запасной какой-то аэродром, что на будущее, либо это связано с какими-то другими причинами, я пока точно не могу сказать, но факт то, что Шкилев сегодня сидит, так сказать, будем говорить так, коротко, не по закону. Хотел бы обратиться к родственникам погибших и сгоревших на кордоне жилья. Почему не отдают тела? Тела, дело в том, что тела сгорели. Тела сгорели, остались там не фрагменты от тел. И опознать на сегодняшний день именно, что принадлежит какому-то человеку или что-то на сегодняшний день не установлено на сегодняшний момент. Поэтому они не выдают тела. Дело не в какой-то там проблеме, дело, наверное, в самой экспертизе. Или там слишком много на сегодняшний день тел, которых необходимо проводить данную экспертизу по опознанию. Поэтому на сегодняшний день тела не отдают. Но неужели трудно выйти кому-то из следственной оперативной группы, рассказать об этом людям? Ну, чтобы это не обрастало слухами.